Построиться получишь. Сейчас, чтоб кинохроника вас могла увековечить. Я по награждению выезде. Чего там нет его? Может. Ничего не будет. Итак, по итогам борьбы двухдневной, первое место в личном зачете занял представитель сборной Латвии Андрей Борисов. Который он поддержит и потом передаст нам назад. Второй приз остается. А вот это личный грамотой. Вместе с грамотой до конца его жизни. Второе место в личном зачете завоевал Владимир Докучаев, сборная России. Он одновременно, кстати, Геннадий Митрошкин также награждается призом за самую крупную рыбу. Как и в прошлом году на чемпионате страны Южного России. Латвии тоже выиграли наш чемпионат, как ни странно. А может быть, это самое правильное. По четвертое место в прошлом году на чемпионате России занял Алексей Шелагин. Он повторил этот результат и на пятое место за представителем Латвии Александром Саванем. Я так давно мечтала, чтобы нам подарок какой-нибудь дали. Шестое место занял Михаил Швичков из города Кисловодска. Он в бассейне стрелял, то и там что-то дали. Такую революцию. Впервые, уже второй сезон подряд. Подводим итоги среди молодежи до 18 лет. И тоже их будем награждать. Первое место среди молодежи завоевал Константин Моисеев. Награда нашла своего героя. Косик, молодец! Мирно встань! Ничего нет, 18. Второе место за Олегом Докучаевым, сыном Владимира Докучаева. Помнится, на уловной Докучаев привозил свои очень первые шаги, только делал на ручку. Улыбайся, улыбайся. Вот так. Потом мрачный надо. Ну все. Четвертое место Юрий Ведерников. Здесь сюда посмотри. Здесь сюда посмотри.
зачитываю командные результаты. Первое место за сборной Латвии. Капитан команды. Нужно их вызывать остальных и вообще поставить. Капитана команды сборной Латвии Николая Короткова вызываем, и он становится за молодежью. Лично. Сборная России заняла второе место. Капитан команды Игорь Павлин получает приз. Пятое место за командой тоже из Санкт-Петербурга МНТК. Среди юношей и командный зачет. А моему ты что дали? Да иди, сними туда, выйди. Ну иди, подойди ты, господи. Заявление. Декларация о доходах, короче. Рыбы. Нет, она вначале... Я не к тому, что это самое. Я его рыбой на людях не называю. Стараюсь. Я Яна, что ты делаешь? Сейчас я на поеду. Алёшка, а что там? Руки задрожали от радости. Пронял труп. Это у нас уже третий?